Коллеги, с вами вновь ProDexpo 2021. С нами новый очаровательный спикер с очень интересным продуктом. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите про свою компанию. Здравствуйте, меня зовут Маргарита. Я представляю наш семейный экомаркет «Пчела Алтая». Находимся мы в Республике Алтай и производим разные сорта меда от луговых до высокогорных, так как наши пасеки расположены в разных районах Алтая. Самый элитный мед, который я сейчас держу в руках, это усть-коксинский высокогорный мед. Пасека расположена у подножия горы Белуха. Это очень знаменитая гора. Те, кто слышал про Алтай, наверняка слышали про Белуху. Также пасека есть с луговым медом. Это также сакральная Алтайская гора, гора Бабрыган. У нас там находится пасека, где собирается луговое разнотравье, мед. Также мы выводим наших пчел на таежные районы Алтая, где собирается дягилевый мед. И есть еще один у нас сорт меда, прозрачный он, как подсолнечное масло, очень вкусный мед, который практически не кристаллизуется. Это мед из Изысканского района Республики Алтай. Компания мы сравнительно молодая, но мы уже являемся четвертым поколением пасечников в нашей семье, то есть на дедушка, родители дедушки занимались этим всем. И вот мы, продолжая традиции наших предков, решили все это производство систематизировать, сделать свой бренд и упаковать в красивую презентабельную упаковку, так как все-таки мед сейчас становится более популярным продуктом, чем он был раньше. Есть тенденция к правильному питанию, и мы хотим поддерживать эту тенденцию и идти в ногу со временем. Поэтому у нас очень красивая упаковка, и мы планируем выйти на, скорее всего, наверное, на сети экопитания экологических продуктов. И я, главное, услышал то, что пчелы путешествуют с гор на поля и обратно, а мы нет. А пчелы путешествуют. Наверняка эти счастливые пчелы делают очень хороший мед из-за этого. У вас уже есть какие-то отношения с ритейлом? Может быть, вы уже вышли на какие-то, может быть, маленькие сети или какие-то магазинчики? Или как раз вы приехали к нам сюда для того, чтобы показать свой продукт лицом и в этой прекрасной упаковке, с этой подачей, как бы завивать сердца наших ритейлеров? Вообще мы поставляем продукцию. Мы поставляем продукцию в мелкие эко-магазинчики, в торговых точках, в аэропортах города Новосибирска, Новосибирской области. У нас есть наш мед, но мы хотим все-таки выйти на другой уровень, на более крупный уровень, потому что мы сейчас можем поставить уже объем такой определенный, да, который для небольшой сети подойдет. Мы пожелаем вам удачи. И надеемся, что ваше семейное дело не остановится на четвертом поколении, будет пятое, шестое и так далее. И надеюсь, все мы будем кушать вкусный алтайский мед, и у нас будет все хорошо со здоровьем. Спасибо большое. Спасибо большое за внимание.